Когда ты понял, что футбол для тебя больше, чем игра, что это был за день, за момент? Футбол для меня вообще с самого начала, когда начал заниматься, сразу для меня стал большим в моей жизни. Очень много значит для меня футбол. Был ли какой-то матч интересный, что ты запомнил, и ты сказал, что я хочу быть там же? С отцом мы ездили в Краснодар на стадион Кубани. На Лигу Европы ездили, и очень понравились матчи эти. И, конечно же, хочется побывать на их месте, поиграть в Еврокубках. Первый матч, на котором ты был? Кубань играла против Валенсии. Ты самый юный воспитанник в составе главной команды. Какие эмоции ты испытываешь, когда выходишь на главную арену города? С каждым днем хочу улучшать свои навыки. Я очень рад, что тренируюсь с такими опытными, сильными футболистами. И надеюсь, что много еще поиграю. И, конечно же, хочется на высоком уровне поиграть. И я к этому стремлюсь очень сильно. Каждый день тренируюсь. За свои 16 лет ты сыграл уже около 40 матчей в составе оранжевых. Какое событие наиболее ярко отразилось в твоей памяти? Самое яркое, наверное, мой первый матч за эту основную команду. В прошлом году играли против Руси, я дебютировал. Ну, еще, наверное, выделю игру, когда мы играли здесь с агрокомплексом недавно. Вышел в стартовом составе. На этом стадионе очень много людей было. И этот матч очень сильно мне запомнился. Насколько ты комфортно себя ощущаешь в коллективе и чувствуешь ли поддержку от более старших ребят? Очень комфортно себя ощущаю, конечно, чувствую. Первый раз, когда пришел в команду, все меня хорошо приняли. Старшие ребята, опытные, меня всегда подсказывают, что в каких ситуациях делать. Я благодарен за это. И с кем из команды общаешься чаще, остальных с кем дружишь и почему? Чаще всего общаюсь с ребятами моего возраста. Например, с Гаджиком общаюсь очень много, с Сашей Ворониным общаюсь. Если брать из взрослых, с Юрой Дмитриенко много общаюсь, со всеми хорошо общаюсь. Лучшим игроком месяца по версии болельщиков признан Александр Воронин. Думаю, что ребята не обидятся, если ты поделишься, за кого отдал свой голос и почему. Я отдал свой голос за Сашу Воронина, потому что очень хорошо сыграл он. Особенно запомнился матч против Руси, когда мы играли на кубке, забил 3 мяча и очень хорошо сыграл. О чем мечтаешь в футбольном и, если это не секрет, в личном плане? В футболе я, конечно же, мечтаю сыграть в Лиге чемпионов очень сильно. Хочу за сборную также сыграть. А в личном плане, не знаю, что сказать. Назови качество, которое тебе помогает на футбольном поле, и то, которое ты хотел бы приобрести. Качество, которое на футбольном поле мне помогает, наверное, это техника, пас, наверное, видение поля. А хотелось бы мне приобрести удар, наверное. Удар хромает у меня немножко, если честно. А если брать в плане характера? Не знаю, считаю, что все отлично у меня, в принципе. Обратись к самым оранжевым болельщикам края. Хочу в первую очередь сказать всем огромное спасибо, то, что ходите, поддерживаете нашу команду. Мы стараемся каждый день на тренировках, на играх, выкладываемся на все 100%, чтобы радовать вас. Приходите на матчи, мы будем побеждать.